Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый видосик. Сегодня откроем контейнеры, 12 штучек у меня есть. Посмотрим, что выпадет с предыдущих открытий. Мне выпал спектр на без доната, также выпало у нас, что еще было? Два синих свечения, кристаллы и голды еще сверху были, то есть неплохое такое у нас было предыдущее открытие. Посмотрим, что сегодня у нас упадет. Быстренько будем открывать. Начнем сегодня с сосновочки. Дальше пойдем по уменьшению. Зайдем на генерал-лейтенанта, откроем там. И потом откроем на самом везучем аккаунте, на котором везет пока больше всего. Сейчас, ребят, только ВК закрою тут, чтобы ничего не кликало. Ну и давайте начнем. Понятное дело, что сейчас белое свечение у нас будет, но 125 ускорений, может быть. Таки где-нибудь на среднем айке мне сегодня дропнется что-то годное. Я на это надеюсь. Опачки, 10к, тоже неплохо уже. Три белых свечения, три дропки. Ну, ускорение это вообще бесполезный припас для меня, при том количестве, которым я его имею. 10к, не очень хорошее начало, я бы сказал бы так. Идем дальше. Посмотрим, что у нас дропанется на генерал-лейтенанте. Так, где он у нас есть, ребятки? Генерал-лейтенантик. Что бы мне хотелось, чтобы упало на данном аккаунтике? Не знаю, даже, ребятки. Завтра у нас скидочки на МПК. На шаги по пушке я точно поставлю. Поэтому кристаллики, если бы мне сегодня тут упали, было бы не очень-таки плохо. Пригодились бы мне они точно. Поэтому давайте будем... Синие! 150 батареек. Ну, боже ты мой. Ну, при синем свечении батарейки, чтобы падали. Ну, блин, лучше ничего не могло мне упасть. Вот только батареек мне не хватало, да? 220 батареек у меня уже имеется. Ну и зачем мне они? При синем свечении батарейки, да? Круто. Мины. Шикарно. Еще мины. Еще супер. И 250 всех припасов. Ну, 250 всех припасов при синем свечении не такой плохой контейнер. Но относительно того, что я ожидал, конечно, мне выпало не все так четко. Могло бы упасть что-то получше. Переходим к последнему аккаунтику. Пока он у нас самый везучий. Пока на нем у нас на открытии контейнеров, именно халявных, которые у нас за выполнение заданочек, за цепочки, выпадало больше всего чего-то годного. То есть у меня там и спектр падал, и мегаполис у меня там упал. То есть две красочки такие вот уникальные у меня были. Возможно, таки сегодня что-то еще четкое такое дропнется. 4 контейнера. И давайте-ка посмотрим. 10к кристаллов. Неплохое начало для разогрева. Если бы сейчас следующий у нас был бы синий. Но нет, синего у нас нету. 125 ДАшечек. Идем дальше. Еще 50 батареек. Ну вот батарейки, ну уж лучше 10к крисов бы мне падало, чем эти батарейки. 125 ДД. Ну ДДшки не бывают лишними. Как я знаю, ребят, длинные видосики по открытию контейнеров смотреть неинтересно. Потому что, ну, хочется по бырику узнать, что тебе выпало, да, и все, в принципе. Поэтому данный видос именно по данной рубрике у нас будет выходить очень-таки коротенький. Быстро будем открывать контейнеры. И как-то вот так вот все будет получаться спонтанно, если что-то будет дропаться годное, как мне пало в прошлом контейнере, ну, в прошлом открытии, я имею в виду, то, конечно, будет четенько. Спектр при золотом свечении было, конечно, очень-таки круто, при том, что я не знал, что это золотое, я думал, что это красное свечение. Я тогда еще не очень-таки хорошо разобрался в этом, поэтому там сделал такую глупую и грубую ошибочку, но сейчас я уже в этом плане
все знаю. Так что, ребятки, на этом видосик подходит к концу. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, чтобы следить за появлением новых видосов, а также стримов. Приходите на стримы, подписывайтесь на группу ВК, в ней проходит много разных интересных конкурсов на контейнеры. Так что участвуйте. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Пока, ребят.